Привет, привет, мои дорогие любимые подписчики. Вы на канале «На семи струнах Орфея». Подписывайтесь, кто еще не подписан. И это второй совет для вас. Что подскажут карты полезного? Так, смотрим. Это у нас карта «Совушки». Какие-то две новости к вам спешат. Птички принесут на своем хвосте. Так, что еще? Или будут какие-то обсуждения за вашей спиной, какие-то еще сплетни, возможно, будут происходить. Так, да, скорее всего, это будут сплетни, потому что вышла карта змеюки. Какая-то женщина, какая-то змея будет их распространять. И вы, наверное, даже знаете, кто она такая. Так, что сейчас смотрим. Мужчина. Также у вас спешит к вам мужчина. Это может быть и ваш любимый человек, а также может быть работодатель. Так, что он нам хочет поведать, мужчина? Какой-то подарок, сюрприз для вас хочет сделать карта ребенка. Это первое. И также, возможно, у некоторых девочек проиграется, как хочет серьезных отношений и хочет ребенка завести с вами. Будет говорить вам об этом. Карта женщины. Также еще какая-то женщина идет к вам в ближайшее время. Что она нам хочет поведать? Скорее всего, от нее будет какая-то посылка, подарок или передача. Что-то такое. Да, Терри? Так, хочу посмотреть теперь таро «Дикие коты». Иди сюда. Таро, дикие коты, что нам скажут? Что нам скажут карты? Извини, ты валяешься. Так, это у нас карта дурака перевернулась. Какое-то начинание ваше. Будет, ну, не увенчается успехом, скажем, сейчас, может быть, из-за того, что ретроградный Меркурий. Так. Так, что еще? Но вы не будете останавливаться, рыцарь жезлов, вы будете вот на коне лететь вперед к своей цели. Так. Еще одну карту. И у вас все получится. Это туз чаш. Вы будете очень довольны. При поднятом настроении прекрасные эмоции будут вас переполнять. И это отлично. Так, я хочу достать еще карту оракул любовный. Давно мы к нему не возвращались. Карта в виде сердечек. Так, что нам подскажут тут карты? Так, вот такой мальчик, по-моему, выпадал, такой ангел с красивыми крылышками, что он говорит. Acceptance is the key to inner peace. Принятие — это ключ к внутреннему миру. Временами вы можете принимать вещи такими, какими они есть. Нет необходимости что-то менять. То, что под контролем. Отпустите ситуацию, и все будет хорошо. Вот такой ангел красивый нам советует. Желаю вам удачи в любви во всех ваших начинаниях. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Джерик, скажи пока. Скажи пока. Пока.